Если вы думали, что я знаю, как это пройти, то вы ошибаетесь, конечно, я не представляю, как это дальше пройти. О, а ну. Может, объяснишь мне, что происходит? Там, по-моему, такой промежуточный есть звено в этом квесте. То есть Макс говорит, типа, сейчас снайпер сначала стрельнет, а ты, типа, там подкрадись и сначала убей. О, все началось. Я помню, там... Блин. Так стал, наверное, так стоять и не вмешиваться, знаешь, вот так среди огня стоять вот так вот. Ну, может, они все-таки смогут. О, есть! Хоть один. Классно, конечно, что тут можно много патронов найти, но мне реально важно почему-то, чтобы наши выиграли, чтобы типа... А если я сейчас, например, вернусь... Ау. О, вот. Это кто с хпшкой? Если я сейчас вернусь... О, Макс живой. Макс. Не надо. Я его прикрываю буквально. Красиво завалился! О, есть! Блин, он же друг. Чё так все сложно? Лови, чувак! Если бы как-то можно было им помочь, не вмешиваясь при этом в битву саму. Во, у кого там крутое оружие? О, смог! Победили, да? Ей! Сейчас этого дострелят, и тогда у Макса появится новый диалог. Класс! Получилось. Плохая у тебя карма. Это точно. Сейчас Максом позвал. Хотя нет, он, наверное, знает, что я не помогал на самом деле. А ну. Меченый, будь осторожен. А то еще подушки мои смогут. Ах, вот оно как. Все-таки. Так а если я, допустим, все-таки нападу на долговцев, тогда долговцы меня будут ненавидеть. Очень странно. Если бы это были как бы, ну, исключительные долговцы, которые не связаны никак действительно с основной группой, ну тогда что, тогда придется пойти и помочь им действительно. Что ж тут особо вариантов сейчас, если только чуть-чуть туда-сюда, вот это сюда. Или можно еще вот так чуть-чуть. Все, можно. Нет, да. Классно, я выбрал такое именно тактическое решение, хорошее. Именно посреди открытого поля вот так сесть и по одному стрелять, когда 4 в экзоскелетах целятся по тебе. Я думаю, если я хоть одного из них стрельну, то они будут считать, что я им помог. Не факт, конечно. Так, как там гранатомет? X, Z? Нет. T, Y? Нет. Я забыл. О, хороший вот способ. Ой. Неужели я не попал? Ну как так можно? Вот они же все тут сидят сейчас. Ой. Я такой меткий. О. Быстро так все решилось. Ну, по крайней мере, это засчиталось. То есть, хотя бы это, ну, они думают, что я помогаю свободовцам. То есть, может, это и то, но... Как быть? А что если... Так в любом случае получится, даже и когда я... Так, сейчас тихо, радиация, вот так. Да, о, хороший. И когда я помогаю, ой, нет, да. Короче, в любом случае, даже когда они выигрывают, они все равно становятся зловещими по отношению ко мне. Что глупо, конечно.
Ага. Блин, они мощные. Есть, хоть один. Все, будет, я думаю, считаться теперь, что я за них. Ау. А, кто это? Странная машина вообще не помогает. Есть. О, есть. Все, ты труп. Есть. Меченый, будь осторожен, а то еще по башке бой схлопочешь. Что? Are you freaking serious? Я же даже не... Так а как тогда? Ничего не понимаю. Вот реально, это так глупо. То есть я с этими поговорил... А, может из-за того, что я поговорил с черепом сначала? Может мне нужно было с ним не говорить вообще? Допустим, я сейчас вообще вернусь в свободу. Они что, по мне начнут стрелять, даже если я, ну... Так непонятно вообще. Или они знают, что... Вот это на самом деле немного бред. О, там что-то написано. Вот тоже такие... так много мест невостребованных, неиспользованных как по полной... в должной степени. Вот это, например, здание такое классное. В нем, если бы хотя бы что-то происходило... О, круто, вот эта штука. Она в ангаре тоже есть, по-моему. Если бы тут сталкеры всякие сидели, если бы возле этого костра там. А тут у свободовцы как-то не используют вот эту всю базу. И вот эти вот места, они никогда, вообще в них ничего нет. Это такое мертвая зона, так сказать. No pun intended. Вот тут явно что-то ж под ними есть. Но, кстати, именно сверху, по-моему, были что-то типа нычки. А, или нет. Вот эта вся территория, вообще в ней ничего нет. Обидно, знаешь ли, что-то. Так, они там, интересно, как у них успехи. О, тайник. Ой. Надо что-то рассказывать, ну, знаешь ли. Я сейчас на самом деле расстраиваюсь, что это, может, не надо было записывать пока, потому что... Когда я мало говорю, то есть настроение, видите ли, должно быть, а когда его недостаточно, то жалко. Так, снайпер, ты на моей стороне сейчас? Ты по мне не будешь стрелять, я надеюсь? Ты же не враг, да? Вперед! Ты же не враг? Эх, гробы подорожают! Не. Свободу всем даром! Вперед! Зачем? Классное место себе выбрал. Тут даром! Дерево именно вообще не мешает. Чуть-чуть бы вот там вот, ну, чуть-чуть дальше бы туда, и уже свобода! Было бы хорошо. Свобода! Вперед! Эх, гробы подорожают! А, они, похоже, еще не начали. А, нет, все, начали. Эх, оттянемся! Эх, гробы подорожают! Вперед! Зачем? Свободу всем даром! Непонятно. Я помню, это задание можно было пройти как бы многими способами, но... Это не один из них. Так, вот это мне еще нравится. Тут, короче, можно взять и... ножом просто вынести стену. Что-то так смешно.
что, они сейчас по мне прям начнут стрелять, как только я их всех убью там. Мастер. Ну что там? Долго еще? О! Смотри, снайпера убили. Жалко. Ой, это значит, что сейчас... Ой, все-таки свободовцы перестреляли. Так сейчас же долговцы придут сюда. И как тогда? И что теперь? Вот, смотри. И ничего не происходит. Так, надо сказать этому, как его. Вот этому вот. Главнокомандующему свободовцев. Что у них беда. А нельзя ничего ему сказать. Как там у них интересно обстоят дела? Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Не может же быть такого, чтобы можно было всю группировку перестрелять, и от этого ничего не изменится. Будь осторожен, а то еще бабушки пули схватишь. А, вот, как только я вышел из-за территории, я теперь враг. Подходи к нам за расчетом и дальнейшими указаниями. О, that sucks, man, как говорится. И получается, долго ты теперь мне не враги, да? Но, тем не менее, все умерли. Кто тут еще один? А, наверное, раненый кто-то лежит, потому что иначе бы уже объявился. Я не понимаю это задание. Его невозможно вообще никак. Все. No, I don't wanna fight anymore. No, I don't. No, I don't. No, I don't wanna cry anymore. Все задания провалены, все, я пошел в зону. Отчуждение. У меня нет оружия. Но есть вера в светлое будущее. О, свободовцы. А вы мне не враги, да? Молодцы, это хорошо. Все задания провалены, кроме вот этого кровососа, который сейчас нападет. Ну так я вымещаю злобу на самом деле. Зато это было эпично. Что я могу сказать? В обнимку со смертью уйти. А что там за сталкер был возле башни, кстати? Это прямо интригующе. Придется, видимо, загрузить ту игру, которая была перед... О, а что тут квиксейв? А, да. Вот, прямо при входе на армейские склады надо не говорить с черепом. Переиграю, короче, всю игру сейчас. Потому что это сломанный квест, и так дела не делаются. Это очень странно все, и я так не играю. Что, сейчас прямо вот мимо всех этих катсцен буду идти. Все, вас нет, считай, так что все, я домой. Эй, стой, сталкер! Подожди, что значит стой? А, ну ладно. Тут прям столько радиации, я не помню. А, сама дорога радиоактивная, похоже. Так, если, значит, вот этот снайпер враг, то надо обойти так, чтобы он меня не заметил. И... Вообще уже. Я негодую.
Иногда... О, смотри, как они злые там все. Иногда работает, иногда не работает. Подожди, а где... О, это волк. Нет, это мастер какой-то. А волк живой еще? Было бы классно, если бы он был жив. Не думаю, что это возможно. Да, его нет уже. Жалко. Я все еще don't want to fight anymore. У меня и костюм уже сломанный немного. Подходи, пообщаемся. Понятно, понятно. Какая-то вообще сломанная. Вот я же говорю, когда я играл в, как ее, просто Old Good Stalker мод, это по сути патч даже, это не мод, там просто починили все сломанные моменты, например, о том, что репутация ни с того ни с сего меняется автоматически там в один из моментов и такое прочее. И там этот квест проходился, и я запомнил, что его можно пройти так, чтобы все были довольны. Так, видел отряд долго, хорошо. А если я не подойду сейчас к Максу, к этому? Он и так знает, в принципе. Мне не нужно с ними идти, это не вопрос. Ой, я опять сохранился. Может, не надо было докладывать на них? Может, надо было вот так все оставить неразрешенным и идти себе дальше? Но я так тоже не хочу. Я туда пойду пока... Подойди, пообщаемся! Не подойду, вот просто вот тут и стойте, знаешь. Единственный квест в игре такой комплексный, и тот запороли, знаешь. Не очень. Здорово. Посиди... О, у меня водка, кстати, она бы мне пригодилась. Что это за место? Местечко, седло. А все-таки. День добрый. Эх, все, я этот... Стрим надо выключить, он не удается, я на нем ничего не рассказываю, ничего не происходит, и я бы, по идее, должен сейчас читать был эти все диалоги, пообщаемся. Смеяться там, но... Оба. Уничтожить группу долго, вот допустим, если я сейчас уничтожу ее даже сам, может это хоть что-то изменит, или все равно они станут мне врагами? Вот тут, кстати, они должны были пройти бы по-хорошему. Ну, тут, короче, так идти, короче. Так, у меня преимущество в том, что они не знают, что я иду их убивать. О, череп еще живой, прикольно. Соответственно, я могу сейчас незаметно убить их всех. Подходи, это интересно. Вот так. И, ой, тихо, тихо. Все, я считаю, что это самый неудачный стрим за всю историю этого канала, несуществующего. Что ж, как же ж быть? Вообще эту сцену пропускать? Так тогда неинтересно играть. Стоп.